Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим об астрофотографии. Я думаю, вы узнаете много интересного об этом. Сегодня я постараюсь рассказать об астрофотографии, не вдаваясь особо в технические подробности. И я решил разделить это видео на три пункта. Это первый пункт – это где нужно снимать, второй пункт – когда, и третий, самое главное, на что. Начнем мы с самого последнего пункта, хоть я его и назвал последним, но начнем мы с него. На что нужно снимать? Первое, я для таймлапсов использую самую обычную мою GoPro. Казалось бы, да, это экшн-камера, и она особо не предназначена для того, чтобы снимать ночью, но если настроить ее таким образом, чтобы значение ISO сильно не было высоким, в принципе, получаются довольно-таки хорошие кадры. GoPro очень удобна тем, что у нее есть режим ночной фотографии. И этот режим можно сделать так, что поставить определенный интервал, во-первых, выдержки, а во-второе, что определенную периодичность. То есть эта камера может делать фотографии постоянно, серийная съемка. Включаешь эту серийную съемку, и она, в принципе, будет снимать до того, как не разрядится батарея. И немаловажный вопрос – батарея, насколько же ее хватает в таком режиме. Я подключаю камеру к пауэрбанку, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы снимать всю ночь. Далее мы переходим к второму моменту. Это камера. Я снимаю на Canon M50. И для этого я использую два объектива. Первый объектив, это на который я сейчас снимаю, это китовый объектив. И второй объектив, это вот такой вот светосильный 1.8 светосила 50 мм. И что я могу сказать, что 1.8 светосильный объектив подходит больше для съемки каких-то относительно конкретных объектов на небе. И никакого особо такой прям пейзажной съемки на него сделать не получится. Панорамы никакие особенно не выйдут. А вот на китовый объектив, когда устанавливается фокусное расстояние 15 мм, получаются очень-очень хорошие снимки, такие, например, вот как этот. Также камеру можно тоже устанавливать на режим таймлапс, но это нужно производить там определенные манипуляции с этим, так как моя камера не может делать серийную съемку в режиме с длинной выдержкой. Да, то есть в самой камере есть режим таймлапс, но выставить там значение выдержки нельзя. Соответственно, нужно использовать какие-то сторонние приложения. У меня есть одно, но я его еще, кстати, не испытывал. Это все впереди. Теперь мы переходим до того, что когда нужно снимать. Время для выбора, вернее, времени для съемки – это самый важный, наверное, момент. Как известно, Земля вращается вокруг Солнца, и в течение года все, что мы видим на небе, созвездия все одни и те же, но в разное время года они расположены в разных местах. Соответственно, Млечный путь, если взять, например, 45-ю параллель, где я живу, зимой его вообще не видно. Начиная с конца ноября, даже с конца октября и до начала февраля его вообще не видно. А потом открывается сезон, и его положение абсолютно меняется постоянно. Оно смещается, соответственно, восход над горизонтом становится все раньше и раньше. То есть, если в начале февраля Млечный путь начинает видно где-то порядка в 4 утра, то с течением времени это меняется время. И, например, в июле уже с 12 часов ночи все это видно и все это можно увидеть. В принципе, конечно, астрофотография, она завязана на том, чтобы сфотографировать Млечный путь. Потому что фотографирование просто созвездий каких-то на небе, они не такие прям красочные, вот как мы видим фотографии Млечного пути. Да, потому что
именно просто звезды, они на фотографии выглядят просто как белые точки на черном небе. В принципе, ничего особо интересного в этом нет. А вот уже туманности или Млечный Путь – это абсолютно другое. Вот именно ради этого люди покупают специальные трекеры. Кстати, я трекер не использую. Но, в принципе, существует такое, что можно установить трекер на камеру. И что он делает? Звезды вращаются вокруг, на небе, вокруг полярной звезды. Соответственно, трекер, он выполняет какую функцию? Он поворачивает камеру вслед за звездами с такой же скоростью, как они поворачиваются относительно камеры. Соответственно, можно поставить выдержку, например, 1,5 минуты. И при этом звезды останутся звездами, точками. А если сделать ту же самую операцию без трекера, то звезды превращаются в такие полосы. И, соответственно, тут еще как бы взаимосвязано то, что хочет добиться. Например, многие снимки можно получить довольно эффектные, красивые, именно за счет того, что смазывание звезд идет. А еще есть такая фишка, что многие делают накладку снимков, то есть это серия снимок, например, 100 штук. И потом, когда их склеивают в одно, получаются такие длинные треки, красивые, вот такие полукругами. Тоже очень красиво. Но, в принципе, я еще пока этого не пробовал делать. Но, думаю, все это в будущем можно будет попробовать. Теперь мы переходим к второму пункту. Это где нужно именно снимать. Прям такой ответ какой-то сделать конкретный, это невозможно. Первое, что нужно сделать, это понять то, что все города излучают ночью свет. Этот свет отражается от атмосферы. Атмосфера не абсолютно прозрачная. То есть все равно, даже если небо чистое, кажется как бы чистое, все равно присутствует какая-то минимальная облачность, минимальный какой-то туман. И как раз вот свет от ночного города отражается в этом тумане. И мы получаем на фотографиях засветы. И, соответственно, именно прям в городах сделать ночную фотографию практически невозможно. То есть, если даже на небе будет видно Млечный Путь, на фотографии его не будет видно от слова совсем. И даже те звезды будут яркие белые точки, но при этом все они будут в каком-то тумане таком. Поэтому нужно отъезжать как можно дальше от города. И чтобы понять, куда именно и насколько далеко, нужно использовать карты. Я, например, использую карты на телефоне. Есть специальное приложение, в котором есть специальная карта, где указаны все города, и видно, где какой уровень загрязнения света в определенном городе и в определенной местности. И, соответственно, по этой карте можно посмотреть, где эти засветы минимальные, и выбрать более-менее себе подходящее место. Также я еще делаю, что я пользуюсь, в принципе, двумя картами. Одна карта за светом, а вторая карта – это обычный Google Maps, но в режиме спутника. Соответственно, я по первой карте смотрю местность, где мало засветов, а по Google Maps я уже смотрю, какие там дороги проходят, где там можно найти какое-нибудь поле. Я предпочитаю снимать в поле. В принципе, это самое удобное. Потому что не проезжают ни машины, никого нет, никто не мешает, никто не ходит. Соответственно, домов вокруг тоже нет. Потому что, например, если даже местность хорошая, в которой нет засветов, но будет в кадр попадать какой-нибудь уличный фонарь или просто дом вдалеке, это все будет превращаться в такие большие белые точки, которые абсолютно в кадре нам не нужны. Вот по Google Maps я выбираю такие подходящие места, поля, в которые можно проехать. И спутник, это очень удобно использовать спутниковую съемку, потому что видно, в принципе, съезды с дороги, в поле, есть они, нет их. Потому что иногда бывает, смотришь просто по карте, что вроде как бы есть дорога, приезжаешь, она перекрыта. Со спутника это всего видно. Если вдруг дорога перекрыта, то это сразу все эти шлагбаумы или чем она там, чем угодно перекрыта, все это видно без проблем. И что еще я могу посоветовать? Главное выбирать еще такое место, чтобы вектор направления камеры, который у вас будет, например, направлен в сторону Млечного Пути.
Главное, чтобы по направлению этого вектора не было других городов. Пусть они будут далеко. Да, может быть, сама зона, в которой вы находитесь, она, например, зеленая или даже синяя. Но где-то там вдалеке будет город с красной зоной, например. И если направить туда камеру, все равно там вдалеке небо будет подсвечиваться. И все равно мы получим на горизонте такую белую полосу, которая не выглядит прям очень так красиво. И этого как бы не нужно, нужно избегать. В моей местности есть озеро Хюрон. Соответственно, в озере населенных пунктов нет, абсолютно кромешная тьма. И вот как раз на берегу этого озера, если направить в сторону Млечного Пути, получаются самые крутые кадры. Также еще я для того, чтобы понять, где именно находится Млечный Путь, я использую еще одно приложение, которым можно посмотреть по времени, где какие звезды находятся. То есть это карта звездного неба. И я смотрю, получается, где находится Млечный Путь по времени. Я, например, выставляю дату. Например, я собираюсь поехать куда-то поснимать послезавтра. Я выставляю дату послезавтра и выставляю время. Например, час ночи. Все, у меня режим дополненной реальности. Я телефоном просто поворачиваю, вожу, смотрю, где какие созвездия, где какие звезды. Соответственно, потом я дальше могу менять время, ставить определенные другие, абсолютно полностью по времени расписано все на года вперед, потому что все эти звезды вращаются с периодичностью в год. То есть каждый год все звезды на одном и том же месте. Соответственно, это уже все давно просчитано, это все давно можно смотреть. Вот, по этому приложению я выбираю направление, где Млечный Путь, там показано север, юг. Млечный Путь обычно у нас располагается где-то на северо-востоке. Соответственно, я еще использую также свои Apple Watch, у меня есть встроенный компас. И я по компасу выбираю вектор направления. Я знаю, например, по карте, что Млечный Путь начинает восходить на северо-востоке, на юго-востоке, например. Правильно, на у нас на юго-востоке. Если на юго-востоке, я направляю, смотрю, где юго-восток. Ну, как бы, часы упрощают это. Но еще есть такой момент, что в Мичигане, в принципе, все дороги построены таким образом, что они с юга на север. И, в принципе, даже если я ехал по дороге, повернул на 90 градусов, я знаю, что я еду, например, на восток. И уже даже по дорогам можно ориентироваться, где юг, где север, где восток, где запад. Вот именно таким образом я выставляю камеру, направляю его в сторону Млечного Пути и начинаю, в принципе, делать фотографии. Да, теперь еще такой немаловажный момент. Что именно происходит непосредственно там в поле? В поле, конечно, я могу сказать, это первое, что самое главное. Ночью там холодина просто неимоверная. Вы себе не представляете. Это холодно настолько, руки просто начинают отваливаться. То есть у меня доходит от того, что я выхожу из машины, 5 минут там фотографирую, все, руки задубиваю так, что я уже кнопок даже не чувствую. Возвращаюсь в машину, греюсь. Отогреваю руки в это время, пока там смотрю, что я там нафотографировал, что нужно скорректировать. И, в принципе, сейчас я вам покажу видео именно оттуда. Так, ну что, на часах сейчас 2:30 ночи. Я уже отследил по программе, что Млечный Путь будет видно где-то в 3:45 утра. В общем, как раз через час. И до места назначения мне ехать тоже час, так что самое время выезжать. Так, ну что, я тут подзагрузился самое необходимое. Главное, что кофеек, камеры, подушка, все самое нужное. В поле очень холодно ночью, поэтому без одеяла никак. Небо просто чистейшее, так что выдвигаемся в путь. Так, ну что, я уже на месте. Холодина, конечно, просто страшная. И ветер сильный поднялся. Но я уже установил GoPro-шку свою. На GoPro я снимаю таймлапс. Я поставил ее так около, ну, низко к земле, на штатив невысокий. Поэтому, в принципе, ветер не должен там никаких последствий нанести мне. Вот, а теперь настраиваю камеру.
и буду делать фотографии. В принципе, уже буквально через полчаса Млечный Путь поднимется над горизонтом, и уже можно будет сделать хорошие фотографии. Ну, в общем, приступаем. Вот, в принципе, так это там все происходит. Сам процесс съемки я не снимал, так как камеры находятся в режимах с длинной выдержкой и с высокой светочувствительностью. Поэтому любые источники света внешние будут сразу видны на фотографии. У меня даже было такое, что у меня GoPro стояла, снимала таймлапс сзади машины, и я об этом не подумал, завелся, и у меня загорелись фонари задние. Все, у меня сразу на фотографии земля превратилась в красную, потому что красные фонари загорелись. И, соответственно, несколько кадров выпало из таймлапса и были испорчены. Это еще хорошо, что я, в принципе, выключил свет, и у меня загорелось только тот момент, когда я держал педаль тормоза. Потому что первый раз, когда я снимал таймлапс, у меня вот именно получилась такая проблема, что я не выключил свет. И у меня потом, я дома смотрю, у меня все фотографии получились с красной землей. Соответственно, да, весь материал, который я отснял, можно было выкинуть. Ну, а теперь мы посмотрим, что у меня получилось за эту съемку. Этот раз можно было считать, конечно, очень удачным. Мне удалось заснять и Млечный Путь, и таймлапс у меня хорошо получился. Ну, относительно хорошо. Я думаю, на камеру я в следующий раз попробую все-таки через стороннее приложение снять таймлапс на камеру. И на камеру, конечно, должен получиться гораздо лучше. Также мы еще собирались поехать на съемки на следующий день после съемки, которую я вам показывал. Но погода, конечно, непредсказуема. Соответственно, по прогнозу было, что все будет безоблачно, все идеально. Я собрался выезжать, все затянуло все тучами. Ну, не тучами, а больше такой какой-то туман стоял. Соответственно, я посмотрел всю ночь, будет так или даже еще хуже. И, соответственно, уже ехать было нет смысла никуда. А я собирался поехать на озеро Хирон, как раз, чтобы не было засвета внизу. Чтобы была камера направлена в сторону озера, где абсолютная темнота. Но я думаю, что в следующий раз обязательно найду время подходящее, чтобы поехать и все-таки получить фотографии гораздо еще более убедительные, чем у меня получились в этот раз. Друзья, на этом у меня сегодня все. Поддержите лайком, если вам понравилось, и подпиской. Также пишите в комментариях, что вам понравилось, что бы вы хотели еще увидеть. Ну и вообще, в принципе, напишите какой-то ваш фидбэк, стоит ли мне продолжать дальше снимать видео на эту тему и выкладывать их. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!